Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». И сегодня у нас опять необычное видео. Мы снимаем вторую часть краш-теста. И сегодня мы испытываем карповое удилище от фирмы Legend Fishing Gear Monchanal. Длина у него 3,3 метра. Такое прекрасное карбоновое удилище. Телескопическое. Тестом 150-300 грамм. Честно говоря, не хочется даже его ломать, но такое оно приятное в руке. Все его характеристики вы можете посмотреть на сайте klevo.com.ua или кликая по ссылке под нашим видео. Итак, наши аксессуары для проверки. Ведро 12-литровое, катушка Вейда HU50. Возьмем вот такие блины от нашей гантели и будем ими проверять тест нашего удилища. Если оно до 300 грамм, если оно выдержит и не сломается с весом в 3 килограмма и сможет бросить такой вес, то в принципе я считаю, это удилище просто бомба. Ну, давайте не будем заходить наперед, а будем проверять постепенно. Мы наше удилище снарядили катушкой серии HU50 Вейды. Тут у нас 0,4 леска стоит анаконда. Вот, и в качестве первого испытуемого груза мы подобрали вес 0,5 килограмм. В принципе, вес полкилограмма для удилища оказался не проблемным, и мы продолжаем увеличивать груз. Ставим вес 1 килограмм. И пробуем его. Друзья, нагрузку тестом в 1 килограмм удилище выдержало. Я закинул где-то примерно метров на 20-25, не больше. Вот. Сейчас попытаемся поставить 2 килограмма. Вот, друзья, наши 2 килограмма веса. И мы пытаемся забросить этим удилищем такой вес. Тяжело, честно говоря, кидать. Друзья, смертельный номер. 3-килограммовых блина. Неужели наше удилище выдержит тест с 3 килограммами? То есть в 10 раз превышающий тест этого удилища. Давайте попробуем. Посмотрим, что с этого получится. Друзья, сломалось наше верхнее колено, не выдержав теста в 3 килограмма. Ну что ж, мы все равно продолжим тест нашего удилища. Посмотрим, на что оно еще способно.
Вы готовы? Все готовы? Да! Мама родная, не хочу наступать, не хочу! Мне жалко его! О, класс! Держится, слушайте, крепкая. Супер. Это ж надо. Под моим весом не сломалось, друзья, не сломалось вообще, ни одной царапинки, ничего нет. Посмотрите на него, просто бомба. Давайте попробуем теперь по нему проехаться машиной, а? Как вы думаете, нормально будет? Ну я не знаю, что еще подумать. Что? Что, не сломалось? Друзья, ну я не вижу, чтобы оно где-то сломалось. Все нормально. Проблем нет. Блин. Как это возможно? Друзья, крайним испытанием хочу проверить его переехавшей машины, но уже в ложбинке такой. Вы видите, тут ямка. Вот проехать вот здесь и посмотреть, что будет. Оно, конечно, немножко завело землю. Земля влажная. Но все равно мне это понравилось. Оно выдерживает такие нагрузки, друзья. Что с ним случилось? Где? Где она поломана? Ага, все. Друзья, ну вот она. Как жалко. Жалко такое удилище прекрасное, карбоновое, с кольцами сикорскими. Друзья, это вообще находка. Это счастье, счастье вообще. И вот так с ним поступить, это не по-рыбацки. Я, честно говоря, у меня сердце кровью обливается. Я не могу это смотреть. Но ради вас мы это сделаем. Друзья, я хочу сказать, что Legend Fishing Gear — это просто фирма, просто бомба. Вот, друзья, поломалось наше удилище. Добили мы его. Итак, друзья, какие мы делаем выводы? Удилище Monshell от фирмы Legend Fishing Gear. Кончик сломался при весе в 3 килограмма. Но под моим весом оно не сломалось. И для того, чтобы проверить его прочность, пришлось применить автомобиль. Ну, конечно, тут выдержит, никто не выдержит. Ну а продукция фирмы Legend Fishing Gear, я думаю, достойна, чтобы она была в ассортименте наших рыбаков. Друзья, такое видео мы сняли. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все это клево.
Ну, прощаемся с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока. Ну, я, в свою очередь, хочу поблагодарить администрацию Петродвинского озера за предоставленную возможность на их территории провести такие небольшие тесты.